Кореневском корпусе школы номер 59 идет ремонт. Два класса и лаборантская в кабинете химии к началу учебного года оснастят современной техникой, и они примут учеников уже в новом качестве. Подробнее в нашем сюжете. Школа номер 59 сегодня целый образовательный комплекс. Это детский сад, два корпуса в Марусине и этот в Кореневе. Здание построено в 1931 году. Многие учителя, которые работают или работали здесь, ее и окончили. Школа всегда была на плаву, всегда была востребована, всегда была любима местными жителями. Я думаю, что это продолжается до сих пор, и все эти задачи, которые перед нами стоят, мы, конечно же, решаем. В школе учатся 750 учеников. Пока школьники на каникулах, кабинеты ремонтируют. Потом установят новую мебель и оборудуют современной техникой. 1 сентября обновленные классы распахнут двери уже как специализированный центр образования цифрового и гуманитарного профиля и точка роста. Мы отрабатываем с нашими учебными учреждениями с точки зрения, чтобы здесь появлялось новое современное технологическое оборудование. Понятно, что постоянно идет обучение преподавательского состава наших учителей, которые привносят все вот эти знания нашим школьникам. К 31 июля в трех учебных кабинетах школы покрасят стены и потолки, заменят светильники и уложат линолеум. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.